I think the girls with their nails done now. Всем привет, ребят. Ну что, на Тайване поменялись немножко акции. Я с Бравлом, короче, завтыкал за парящий остров. В общем, у нас открыли новый остров сегодня, и в нем есть новый герой Альфа-самец. Что я могу сказать? Ну, печалька, конечно. На русском сервере, в принципе, где-то плюс-минус то же самое будет. Мастеру, ну, нету возможности теперь собрать остальных героев. То есть 5 и 10 осколков божества. Один, два, пять нового героя плюс этот. Ну, вы знаете, как оно все падает. То есть в среднем надо будет где-то около 4000 пыльцы. На это все дело мастер рун. Десятая эмблема. 5 осколков нового питомца, 20 такого, ну, честно говоря, фигня. Такое себе, я не знаю. На немке, конечно, будет, скорее всего, совсем другой парящий остров. Там, как обычно, он отличается от всех остальных, но нету, как видите, возможности теперь у многих собрать барда. В принципе, эта возможность есть вытащить его с карты, он там довольно-таки неплохо падает. Но то, что убрали из зефира, вот зефира я не знаю, где ловить. Вот на многих серваках, так, фонтанчик, на многих серваках просто нету возможности, он неплохо дособирать какие-то осколки. Зефира, например, на немке можно вытащить целого и так. Сколько у нас получилось? Ну вот 10 осколков. Вот реально кайф. На русском сервере, я не знаю, фонтана, по-моему, если я не ошибаюсь, до сих пор не было. Здесь уже на серваках по третьему, по четвертому разу мы уже ловим и Мэри, и Огнекрыла на русском сервере, как обычно. Печально то, что убирают старых героев, убирают осколки старых героев. Лучше бы они вместо вот этих, я считаю, итемов давали просто осколки. Там, не знаю, от 1 до 20 вбили сюда. Ну, нафига здесь вот эти вот камни? Нафига вот, значит, ну, ладно, значки титула еще, может, кому-то надо. Вот эти вот камни нафиг не нужны. Даже убрать отсюда, я считаю, вот сундуки, убрать вот эти расходники, вы их и так даете. Там оставить эмблему, да, питомцы тоже здесь нафиг не надо. Сделайте чисто остров, чтобы была возможность словить героев. Только не только каких-то новых определенных. Получается, ну, без доната, ну, максимум там 50 осколков сейчас собирают от обновления до обновления. Потому что все время меняют, добавляют еще новые итемы, и они их сюда запихивают. В итоге вы не имеете возможности словить то, что хотелось бы словить на бездонате, и это нереально просто. Если Мэри можно зафармить, барда, лисицу, там, зефира, вы просто тупо не соберете. Ну, на некоторых серваках это возможно с помощью самоцветов, но если брать конкретно русский, это все печально. Ну, есть акции, где можно вытащить монетки и за монетки еще забрать сумки. Такой вариант тоже есть, но я не знаю, это очень длительный процесс. В общем, вот так вот. Пишите комменты, ставьте лайки. Всем удачи, всем пока.